Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Hitman 2016. И мы сегодня начинаем вторую миссию под названием «Последнее испытание». Что ж, пошли. Поехали. Так, нужно так, что у нас надо по заданию? Так, нужно устранить Джаспера Книгна. Он был известным на весь мир шахматистом, который убил советского посла в США. Он посол собирался дезертировать на Запад, и тогда Найт, работавший на КГБ, советский шпион, убил посла, отравив его при помощи покрытых рыцином шахматных фигур во время одной из партий. После этого сбежала Кубу, где готовился тайно перебраться даже за железный занавес. Когда в ЦРУ поняли, что произошло, они наняли МКА устранить его. А, Найта. Задание было поручено Содерсу, который в те годы работал полевым агентом. Он нашел его на военном аэродроме на Кубе, где тот встречался с офицером КГБ. Операция считается образцовой. Агент выполнил работу предельно чисто, точно не оставив ни одного следа. Окей, это опять же будет симуляция этой операции, да? Это опять будто симуляция. Так, а военный аэродром на Кубе. Все, понял. Окей, понял. Условия убийства. Любой способ, маскировка, любая маскировка. Окей. Здесь пусто. За сюжетным заданием. Безопасность прежде всего, запавших товарищей, последние условия, отчетная охрана. Так, подожди, а у нас вот там что, как это выглядело? А, здесь эта херня не отмечена, типа, да? То есть такой херни нету. Как сюжетное задание. Так, ну как я понимаю, его можно устранить четырьмя видами. Можно что-то самолетиком сделать, можно что-то запавших товарищей. Травануть, наверное, последние условия и... Или почетная охрана. Окей. Так, мы поехали. Поехали. Неигровые там некоторые снайперские винтовки имеют несколько уровней приближения, некоторые нет. Реальное задание 1979 года. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soder's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Okay, понял тебя. First things first, we need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me? But I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Так, ну что ж, пошли. И мы находимся опять в этом же самом бункере, типа, да, в этом самом цилиндре. Только декорации поменяли. Только поменяли декорации. Can you print out the safety protocol?
call for the jet. Eh, it's on the clipboard. Look, you really have to do this. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it, I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Так, откройте сюжетное задание F1. Так, ну ладно, окей. Область не открыта. Сюжетное задание. Так, безопасность прежде всего. Побег на истребитель опасно делать. Найт должен покинуть Кубу на советском истребителе, но сперва ему нужно проверить системы безопасности самолета. Если испортить механизм катапультирования, это могло бы спровоцировать несчастный случай, который убьет Найта, звучит многообещающе. Ага, то есть иногда он будет подходить и проверять его, получается, да? Так, а с остальной пока мы еще не знаем. Снаряжение, испытания... Так, еще раз. Джаспер Найты. Найты. Тут он как-то посложнее с ним как-то. Нет. Он советского посла убил, который хотел перебраться, да? Туда-то. Так, ладно, окей. Где тут можно перебраться-то? Понял. Если я ничего не сделаю. Так, лом. Возьми лом лучше. Так, а вот где тут можно выйти? Одни ворота. Так, прыгнуть. Так, одни ворота. Больше я ничего такого не вижу. А, вау, тут же как-то это почему-то нету. Нету наверху колючки. Наверху. Тут колючки что-то почему-то нету. Ладно, нашли место. Так, да, в кустике. Понял, окей. Так, монета. Возьми. Так, здесь ничего такого не сделаешь, да? Ладно. Транзисторное радио. Так, куда тут дошли? Куда-то все-таки дошли. Так, а там у нас истребитель стоит, да, типа.
Здесь я особо нигде не смогу, да, типа, забраться. Так, пошли. Блин, с этой стороны тоже ничего хорошего нет, а то там очень много охраны. Так, стопы. Она, нет, не, в одной реке полезли. Так, ну блин, другого варианта я пока не вижу. Все нормально. Так, забраться. Так, залезай. И куда-нибудь сюда. Яд отсутствует, яд отсутствует. Тихо. What? Hey, what are you doing here? Ну после этого нам тут ничего не уже не светит. Ладно, еще раз. Забраться. Так, ну в теории это более-менее надо, это такой вот на хороший вариант. Бляха-муха, ладно, нужно там, получается, подождать, ну, ждать нужно будет. Нужно подождать, пока она там это... Так, она вот сюда пошла, ладно. Здесь подождем. Все, ушел, окей, полезли. Так, забраться. Идем. Так, пройти мимо. Но в любом случае сейчас яда нету, чтобы все сделать аккуратненько. Так, зайди. Понял, окей, пускай. Так, это оперативный пункт, окей. Так, ну, окей, пускай. Уж подождем. Так, окей, он вон идет, да? Вот он, вот он, вот он. Пришел. Ну,
Да, пожалуйста, уходите. Молодец. Так, а что такое? Это крысиный яд. Так, яд крысиный нашли. Это уже радует. А тут мы можем ее убрать. Убрать ее тут же. Тут же и мы ее уберем. Убрать можем. Так, давай сохранимся. Заберись быстрей. Бляха-муха, не вовремя, не вовремя. Немножко. Смени укрытие лучше. Так, ладно. Окей. Никого тут не было. Здесь никого не было. Так, дай мне... А его... Так, давайте так просто. Усмирим. Молодец. Маскировка. Так, и тащить. Все, пошли. Посмотрим, какие у нас варианты есть. Так. Сохранить еще раз. Только для автосохранения, бляха-муха. Я вроде это... Жалко, F5 вы не захотели. Так, можно как-то чем-то как-то манипулировать, но я понятия не имею, что это значит. Comrade, how are you? Его можно туда отправить, окей. Чего? Impossible. Surely I must be overlooking something. F8. И чего? Так, ну тут типа главное его типа охраняешь, типа, да, как я понимаю. Так, поговори, что будет. Nine, follow me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak to you personally. You are invading my personal space, sir. Nine, about follow time. Me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak to you personally. Ч
Все, пойдем сюда. Where are you taking me? Ugh, you are wasting my time. Target down. You did it. Now head towards an exit. Вот так вот. Теперь маскируемся обратно. И уходим. Тихо, тихо, тихо. А ты типа тут-то так и останешься, да, типа? Да, по-другому тут не пройдешь. Excuse me, what are you doing here? Бляха-муха, здравствуйте, называется. Называется здравствуйте. Так, ладно, окей. Так, передвинуть ферзи. Если с ним можно побеседовать, типа, да? Так, ну окей, сейчас подождем, посмотрим, что будет. Сейчас пускай он сделает там еще свой выбор и там посмотрим, что из этого получится. Yes. Just the move I was contemplating. I appreciate the gesture, friend, but one genius is more than enough. Why on earth didn't I think of that? The simplicity. Doing okay? Good. It's beautiful, yet provocative. Блин, давай пока вот тут ходим, тут давай посмотрим, может что-нибудь интересное найдем здесь. Я, к примеру, найдем. Другое какое-нибудь. Так, куда идем, куда пройти, пройдем-то? Так, ну здесь ничего такого нету. Это кирпич можно взять, подобрать. Так, тут у нас оружие, да, боеприпасы тут лежаты. Здравствуйте, комрад. Да, да, да. Я правда ни хера не понял. Так, нам нужно его вот в эту комнату сопроводить, да? Так, а ты сейчас на кого смотрю сейчас? Так, радиорубка, окей. Так. Now look around. The safety protocol should be around here somewhere. Yeah, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Hmm, I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector,
You're going to need a mechanic's disguise. Формы механика, да? Так, окей. Будем думать, где нам взять механика. Нужен механик где-нибудь, где-то. Tons of rum and vodka in the military airfield? I know, but at least pretend you're looking. That man is KGB, and pretty high up the chain at that. Those guys don't take too kindly to failure. I hear you. Так, переодеться в кого? Переодеться вот в нас. Окей. Пойдем теперь сделаем что-нибудь, наверное, напакостим. Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Да понял, понял. Мне тут уже поняли, уже разыскали уже. Последнее испытание 2241М. Так, а что у нас наверху находится? Так, радиорубку нашли. Как туда внутрь пройти, тоже поняли. Теперь давай наверх поднимемся. Наверху мы еще не были. Так, ну тут особо ничего такого и нету. Тут спрятаться можно, да? Вот там что-то. Здесь можно это. Так, ладно. Так, ну там миссия уже побольше уже, чем предыдущая, да? Чем на яхте. Тут уже вариантов уже, ну, достаточно в разы больше, чем это. Так, ну это просто крышу, там есть и варианты, но они такие. Чё, как, что будем делать-то? Его толкнуть можно. Can you please get out of my face? Так, ну ладно, пойдем сделаем то, что они хотят, как бы. Пойдем, блин, делаем. Так, мы пойдем посмотрим на эту технику безопасности. В теории сюда можно добраться, наверное. Хотя нет, тут, ну это сложно сделать. Это сделать очень сложно. Так, еще один яд рвотный. Hey, так, молоток есть. Perfect. Now be gentle. He's an actor.
У меня есть более подходящий способ. Блин, ну сюда добраться-то сложно. Единственный вариант это вот отсюда как-то выйти. Это отсюда получается вот здесь получается. Да, вот по этой трубе ползали. Тут раз охранник. Ну окей, отвлечем. Вот этих вот я уже не отличу. Я сейчас мыслю, исходя из прохождения без переодеваний. Так, вот откуда я вышел вообще? Я вышел вот оттуда. Потом я дошел до сюда и это. Вот я отсюда вышел. Так, больше вариантов тут особых и нету. He's 90 miles from U.S. soil. CIA is hot on his heels, and his hands don't even shake. Must be some kind of psychopath. Nah, I think it calmed him down. This is Jasper Knight. He's not like normal people. Just to him is like oxygen or alcohol. Does look concentrated. Yeah, as orange juice. Trying to solve some chess conundrum. Apparently, the late Russian ambassador made some highly unusual, very aggressive opening move that really rattled Knight. He's a grandmaster. To him, it's more than a game. So Knight kills a guy, poisons him with ricin-coated chess pieces. And his biggest concern is that an amateur almost beat him in chess? Told you he was a psychopath. The ambassador was a traitor. He was gonna defect to the Americans. Come on. These guys change sides like the rest of us change underwear. What, like once every couple of years? You know what I mean. Yeah, it's all a game. Until you decide it's not. Eh? Так, вот здесь можно что-то. Так, ну там все до того момента, ну нужно вот здесь сначала решить, как вот нам перебраться. А тут таких вариантов я чуть не вижу. Все решеткой, забором обнесено. Ну-ка, перепрыгнем. Допустим, перебрались, окей. Да-да, окей. Choice but to break cover and assassinate him. Does it in the middle of a crowded party with poison-coated chess pieces. Doesn't strike me as the type. Best kind of spy. So this guy might know Janice. I mean, think about it. He might know who Janice really is. Whoever he is, he's probably pretty ordinary. Janice, the KGB's top spy master. Ordinary. As you said, best kind of spy. Так, окей, я вышел сюда, получается, да? Так, блин, как бы тут все окружено, типа. Так, ладно, пойдем. Пробраться в своей маскировке до сюда, вот это, ну, то я не знаю, я тут таких возможностей даже не вижу. Все что-то где-то что-то как-то это просматривается, все просматривается тут, блин, в своей родной маскировке здесь ни хера не сделаешь осмотреть.
In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. Смысла в этом нету. Давай вот сюда зайдем, посмотрим, что тут есть. I might just do that. Those are military secrets. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by to fetch him, so stay clear, okay? Friendly advice. All right, I hear you. Так, слайды для директора. I was wondering when you'd be stopping by. Right there on the counter. Так, а что за слайды для директора? F1, да? Так, снаряжение. Слайды для проектора, на который записан план побега Джаспера Найта с Кубы в СССР. Так, я, кажется, даже знаю, где его можно поставить. Нужно только лестницу найти. И на второй этаж. Эй, nice threads, buddy. Так, и вот сюда вот, да? Установить. С Камчатки, потом на Гавайи, потом... Блин, что там у нас? Южнее Мексики. Никарагу или что там у нас? И потом на Кубу. Не? Нихера себе у вас тут тумбочка. Так, ладно, все, пойдем, сделаем то, что от нас требует игра. Сделаем то, что игра хочет. Она хочет, чтобы я его через катапультирование выкинул. Ну, я сделаю это по-своему. Нам вон туда нужно. Где-то тут у нас был. Так, в обратную сторону. Так, ладно, вот здесь мы и выйдем. Так, переодеться. Так, а то он тут нас все равно ничего не сделает. Так что пошли. Как в предыдущей части, теперь такого нету. Теперь тут только избранные будут нас замечать. И не важно, кто это будет. Это может быть кто угодно уже. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Так, гаечный ключ. Вижу, пока показали. And now to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Еще мне нужно сказать ему, что все хорошо, да? Что все, можете идти прилетать, проверять все это, да? Всю эту систему. Эй, good to see you, man. Это получается, что сейчас он из Кубы полетит где там, в Гватемалу вроде, да? Или Никарагуа, не помню. Что там у нас находится.
оттуда на Гавайи, в американскую территорию, и там уже на Камчатку, на Камчатку полетел, да? Так, ну здравствуй. Поговорите. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. You know, I have some mints in my pocket. You could use a mint. Пошли. Ты что-то там сказал, я сам ничего не понял, что там сказал. Ну, что-то сказал. Бляха, муха, что-то ты так медленно идешь-то. Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. It does travel. Anyway, you're almost there, initiate. All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet, and Knight will take care of the rest. Boy, is he in for a ride. Так, ну идем. Идем. Пускай подойдет поближе. Что я ему так кричать, что ли, буду? Окей, мистер Найт. Climb in the cockpit, please. Ну, залезай. Easy. One step at a time. Ты, наверное, тут на самолетике полетишь уже, получается, да? Ты же не на автопилоте полетишь же. Так, пристегнуть предохранительные ремни. Step one. Strap yourself in. Okay. All strapped in. Найти рычаг катапультирования. Step two. Locate the ejector seat handle. На? Как? Как успехи? Yes, found it. И тяни. Step three. Pull the ejector seat. Потяни за рычаг катапультирования. Right. Here it goes. Pull. Well, I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable this parachute. Anyway, you did it. Excellent work, initiate. I bet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. Hey, nice threads, buddy. Да-да. Is this for real? Сейчас нужно как бы маскировку вернуть ей. И валить отсюда. Это да. Взял тут, мод верите. Так, маскировка. Уходим. Сначала нужно свою забрать. Так, теперь вот здесь наверх нужно. Окей, убери. Вот так вот, типа. Все сделали, все выполнили. Я только не понимаю, как это все сделать в бесшумном виде. Так, чтобы никто ничего не понял. И в своей маскировке. Так, маскировку. Так, ну и куда нам тут? Так, точка выхода находится здесь, да?
на втором уровне вот тут вот. Так, ну пошли. Так, все, вперед. Так, и таким же образом уходим туда уже. Все, ушли. Так, здесь подождем. Че, нам нужно туда же уйти, да, типа, получается? Уйти нужно таким же путем. Так, спрятались. Так, сюда. И через ихнюю брешь. Все, пролезай. Все, и нажимай на кнопку. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Да, в курсе, что анонимно. Завершение миссии — это только начало. Они предназначены для игры более одного раза. Есть множество неисследованных участков. Так, ладно. Безопасность прежде всего мы сделали. Так, две последние условия сделаем. Так, ну опять то же самое. Сюжетное задание. Это мы сделали. Теперь запавших товарищей. Так, вот это вот почетная охрана. Что-то от нас требует. Может, что-то нужно сделать. Но я понять не могу, что именно. Так, отслеживайте. Так, запавших товарищей, давай посмотрим, что это такое. Привет, поехали. The final test is based on an authentic 19th. Вы нашли разведданные, собирая информацию, то будет это важный стать. Важные данные и сведения о прошлом цели и ключевых персонажей. Вы лучше познакомитесь с миром игры. F1. Так, ну и что тут у нас? Так, здесь у нас ничего такого нету. Карта-то тоже ничего. Так, ну окей, запавших товарищей. Так, сведения, план директора Содороса. Так, руководитель отдела подготовки оперативника к Содоросу во время Холодной войны был легендой МК. Лучшим убийцей своего времени. С тех пор, однако, он стал упрямым параноиком. Тебя он считает угрозой для МК. Предложив
тебе испытание на основе его собственного нового задания 79 года. Сотос надеется, что ты не справишься с превосходящими силами врага и погибнешь. Наш единственный шанс победить. А если ты превзойдешь результат Содерса, то это будет очень символично. Так, ну и чё, блин, это означает, типа, вот это вот сюжетное задание, что она делает где-то? Что она мне означает? Так, отсюда я ничего-то по-другому сделать не способен, да, типа? Есть у нас дверь. Тут у нас нихера нету. Тут у нас одни заборы. Пройти больше тут нигде нельзя. Нас увидит. Ну блин, тут больше других вариантов тут нету. Тут только вот там как-то можно. Да в курсе я. Правила безопасности. Putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Так, ну допустим. Сюжетное задание. Как бы я получил информацию на то, что он должен это... Нужно проверить это. Ну допустим, что нажму отслеживать, что будет. Добудьте маскировку охранника. Ага, мне как бы говорят, что вот как бы это, да? Так, а вон там какая-то информация будет, типа, да? Так, вон так дойдем. Так. Подождем. Пошли. Дошли. Полезли. Пока они там это... Так, быстро. Проходим до конца, до упора.
Да ёпт, успел. О, еще этот идет сюда. Так, вон идет. Так. Так, если сейчас получится, то все очень хорошо получится. Так, молодцы. Калаш. Так, маскировка. Так, и давай вот тут утащим. Все, пошли. Калаш, спрячь и пошли. Пойдем посмотрим, что означает вот эта вот метка эта. Главное, никому не попадаться, и все хорошо будет. Главное, никому не попадаться. Так, как это, как у нас, где у нас беда? Hello, так, все, пошли. Carry on. Tons of rum, but vodka? A military airfield? I know, but at least pretend you're looking. That man is KGB, and pretty high up the chain at that. Those guys don't take too kindly to failure. I hear you. The officer in charge has ordered airfield security to get him a bottle of vodka. He will probably offer Knight a drink as well. That is, provided he is able to drag the Grand Master away from his chess game. Дежурный офицер попросил службу безопасности аэропорта. Офицер КГБ срочно хочется выпить водки, но он не хочет выпить один. Дежурный офицер попросил службу безопасности аэропорта принести ему бутылку. Наверняка он предложит выпить и на эту, если, конечно, ему удастся отвлечь этого гроссмейстера от партии. Так, а что такое? Так, окей, ну это с подсказками же получается, да, получается? Так, достаньте бутылки водку. Бутылку водки. Так, пойдем возьмем. Здравствуйте. Так, пошли. Поставьте бутылку водки на в переговорной. Так, вот те, кстати, очень это, да? Значит, так, внимательные. Eddie, те, кто снаружи. Так, сохрани. А если вот так сделаете, что мне дадут?
Так, подожди, проверка безопасности для Найта. Немецкий хочется водки и бутылка водки. Так, а тут где-то там находится, да, типа? Блин, вот с этими нужно более аккуратно ходить. Они где угодно могут быть. Ну как, где угодно могут увидеть. Apparently, Jasper Knight is demanding that his girlfriend accompanies him to the Soviet Union, and he refuses to leave until he gets affirmation from his superiors in Moscow. The call will come through in the restricted, but otherwise unguarded, radio room. Он будет звонить из радиорубки, вход туда ограничен, но она не охраняется. Интересно, а для кого конкретно она охраняется? Так, ну это список информации просто, да, который мне выдали. Это просто список информации. Так, и вот этот последний. Так, сохраните. Так, пойдем, возьмем там, траванем водку и... Ну, сможешь ли ты? Что-то и нету этой херни. Так, и какой именно бутылку, стакан он возьмет? Tonight? After all, you're one of us now. Later. I almost have it. Suit yourself. Так, манипулировать. Передвинуть П. Все. Так, мне кажется, он вот это. Так, что, травани, да. Я-то думал, можно сразу вот так травануть, а нет, это нихера оказывается. Оказывается, нихера. Что вот так можно это... Не все так просто оказывается. Так, а этот интересно куда ходит. Так, это нам нужно куда-то вниз. Hello, private.
Так, что нам только ждать получается, да? Нам пока только ждать. Так, посмотрел на самолетик, вернулся сюда. Молодец. Где этот ходит? Где он там бегает-то? Потому что как только он там оторванется, я должен быть рядом уже. You, bring me those projection slides from the reception and be quick about it. Со с точки регистрации. Так, он они внизу. Так, а ты там пока не хочешь, да, типа так. Ну я успею. Так, нет, здесь будет быстрее. Yeah, I snuck a peek, so shoot me. I might just do that. Those are military secrets. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by, especially. Уже забрал уже. Carry on. Так, поместите слайды в проектор. Чё, пошёл, да? Всё возвращается. Так, ну я надеюсь, что я все правильно там это расположу. Why don't you call in a submarine? I have nothing against those. Ever been in one? I have not. Well, that explains it then. Trust me, Knight, you'll feel better once you know the actual route. We should get the slides any minute now. Так, ладно. Как я, наверное, вот после этого момента вот они там бухать пойдут, да? Так, ну, что-то не хотят бухать. Да, наверное, только в четкой последовательности нужно было все сделать, да? Так, поместите слайды в проектор. Ну да ладно, окей, вот он ее поместил. Good thinking, initiate. This should keep Knight's attention for a while. Так, ну и чё теперь мне нужно сделать? Так, подожди.
Так, сюжетное задание. Что это дальше-то? Arrived. About time. Maybe this will shut him up. И I could take you in. Ничего у вас там. Вы там бухать будете или нет? Escape slides are here. Так, окей, они пошли. Так, мы пойдемте вместе. Trooper. Good grief. You people don't piss about, do you? It's not the Concord, but it'll do the trick. And my Sharon? Special extraction. We launch her into space, then parachute her down from the stratosphere with a lifeboat and a pair of snowshoes. Little luck, she'll reach Murmansk in a couple of months. Unless she runs into bears. Это интересно. Хороший план. We'll put her on a plane. Jesus, Knight, you're supposed to be smart. Anyway, that is if Janice agrees to your terms. And that's a big if. He will see things my way. Now, give me a moment. I need to learn this plan by heart. Не. Что-то я толку от этого мало получил, что-то. Точнее, я от этого толку вообще нисколько не получил. Смысл-то какой от этого был-то? Блин, да бухни ты уже, а, пожалуйста. Так, давай попробуем на У. Honestly, that is just ridiculous. What's this? Honestly, that is just ridiculous. Yes. Just the move I was contemplating. I appreciate the gesture, friend, but one genius is more than enough. On earth did I think of that? Ну, наконец-то пришел. It's funny. I don't feel all that well, actually. Huh? Так, молодец. Утопить в своей же рвоте. Вот это, вот и все. You did it. Now head towards an exit. А толку-то, что там я там не видел-то на вашем выходе. Давайте еще какой-нибудь другой вариант попробуем. Ладно. Так, что тут, тут гемнут тут был или нет? Вот это сделаем. А!
Давай еще раз загрузите. Это раз, сразу решаем. Так. Маскировка. Пошли. Так, и автомат дай. И спрячь его. Так, теперь сюжетное задание. Да, бутылку водки мы уже доставали, уже это же, уже все, уже это же. Мы прошли этот момент это. Вот это я не совсем понимаю, какой от нее смысл-то. Вот это нам нужно. Замаскируйтесь под офицера КГБ. Так, а мне туда проход дадут? Soldier. Hello, private. Дадут, что не, что не дадут-то? Здравствуйте, здравствуйте. Вас усмирить нужно. Так, маскировка. И потащили. Так, вон туда нужно. Все, пойдем пообщаемся. Пойдем пообщаемся в радиорубку. Нет, тут как бы это сложно. Сюда, как бы туда и вот вниз куда-то уйти. Я сейчас говорю про, ну, без переодевания, если проходите, попробуйте. You know that guy who flew in from Moscow? He's the real McCoy. That KGB officer? Ну, допустим, ну как это? Нам нужно добраться куда? Какие у нас есть варианты? Бутылку водки вытащите. А где она находится? Нам нужна бутылка водки, окей, и где она? Так, а что, а где она находится-то? Радиорубка, оперативный центр, погрузочная зона, раздевалка. Бля, а где мы водку-то видели-то? Она должна быть где-то на кухне. А где у нас кухня? А вот и она. Тогда по факту нам нужно как-то добраться до отсюда. А хер-то там. А тут здесь нас уже видят. И пробраться здесь будет сложновато. Хотя... Не, как-то пройти можно, но это сложно.
Вот только вот здесь вот за нами следить будут очень так нормально. А нужно как-то вниз спуститься, вот, вот его как-то пройтись. Так, чтобы не... Нет, бляха, это, бля, я не знаю, это надо... Я так просто не пойму, как это вот так вот можно сделать. Как так можно сделать так, чтобы без переодеваний. Nine, follow me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak to you personally. About time. Пошли. Ну так, идем. Man on the radio. Is it, is it him? You'll know soon enough. Скоро сами узнаете. He has taken an interest. The ambassador I killed was one of his spies, wasn't he? Lieutenant Colonel. They say Janice's men cannot be turned over. Hey, nice threads, buddy. They say a lot of things. This way, please. Huh. I know that model. Thank you. I'll take it from here. Окей, хорошо, работайте. This is Blind Taylor, come in center. Hello, I repeat, this is Blind Taylor, come in center. Just interference. Что будет? Blind Taylor calling for center. Are you there, center? Over. Antiquated piece. Trash, come on. Center, do you read me, center? Давай, вселяйся в панику. Can you please get out of my face? Useless. I'm getting nothing but static. Must be that thunderstorm approaching. Come get me when the signal is back. Окей. Please stop. Ёпта, здравствуйте, как ваше, ничего, а? Я, бляха-муха, не думал. Что вы вот так вот. Carry on. Будете меня тут это... Так, кстати, а тут как у нас можно сделать, как пройти можно? Бляха-муха, ну ты тут бесполезно. Да, вариант есть, но он такой себе. Толк от него ноль. А охрана тут, ну... Что есть, что есть, здесь нету. Если я прошел вот так, то там это. Будет немножко дольше, но не это. Но неэффективно. Загружай еще раз. Надо заканчивать. Eddie, soldier. Да. Как бы, блин, карта такая. Так, все, пошли. Так, стой, подожди, не уходи, дело есть. Nine, follow me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak Listen, to you personally. Nothing personal, but could you just back the hell off? Nine, follow me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak to you personally. А, кстати, самолет двухместный, наверное, да? Он же двухместный или одноместный?
Ну, подожди, мне не интересно. Не, одноместный вроде. Man on the radio. Is it, is it him? You'll know. Подожди, тут все закрыто. Это радио. Что-то как-то тут охрана, что есть, что нету. Это, наверное, от техников, чтобы те техники не лезли. Сохраните. To keep Knight occupied for a while. I know that model. Thank you. I'll take it from here. Thanks. Don't get too close. Thank you, but I'm not interested. This is blind. Target down. You did it. Now head towards an exit. Все, и ушли. Удавку спрячь и пошли. Все, валим отсюда. То, что мы... Ну, блин, можем маскировку нашу родную забрать, это понятно. Забрать мы ее можем, да, только мы уже ее уже забирали уже. Блин, по факту, я как пока сидит на данный момент, я не вижу возможности проходить в родной маскировке. Я такой возможности не вижу, по крайней мере, до этого момента. Без убийств лишних и без тревоги я в родной маскировке я не вижу возможности сделать все чисто. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Пропустите. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. Не, пускай она им станет. Agent 47. Пускай меня все знают как 47. Не, все, закончили пролог. Это из Silent Assassin, да? Миссия Silent Assassin в Японии. Отель, кажется, в Румынии. Тоже помним Румынию. Бладмани, скрипачи в Чили. Как много всяких разных операций. Your actions have changed the world. Этот Абсолютион
Да, вот он, Абсолютиум выпал. В стриптиз-баре. Others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Так, ну все, на этом закончим. И в следующей серии мы начнем продолжим. И начнем уже с первой полноценной миссии уже. Две серии ушло на обучение, типа. Все, на этом закончим, на этом завершим, на этом все. Все, давайте, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.